Трагедия произошла сегодня в одной из пятиэтажек на улице Октябрьская в Великом Новгороде. Пожар в квартире на четвертом этаже унес жизнь человека. На место ЧП выехал исполняющий обязанности руководителя регионального управления Следственного комитета Николай Супрун. Пламя было сильным и распространилось молниеносно. Возгорание произошло на балконе. По предварительным данным, хозяйка квартиры курила там. Ей стало плохо, и она не смогла уследить за непотушенным окурком. В результате пожара квартира выгорела полностью, а пожилая женщина 61-го года рождения погибла. Однако это только первые предположения о развитии событий. На место происшествия выехал исполняющий обязанности руководителя областного управления Следственного комитета Николай Супрун. Он выслушал первые выводы экспертов и следователей. Поступило около 14:30 данный звонок от соседей, да, где силами МЧС данный пожар был потушен, после чего приняты меры к оформлению места происшествия. На данный момент проводится проверка. После будут назначены необходимые экспертизы для установления точной причины пожара и смерти жительницы многоквартирного дома. По их результатам будет принято процессуальное решение.